Немногие знают, что нужно делать, чтобы огурцы быстрее росли в теплице. Зачастую культура и так является неприхотливой, поэтому в теплице ее выращивают с минимальным уходом. Между тем, для хорошего урожая нужно знать некоторые особенности. Во-первых, создать огурцам лучшие условия по температуре и влажности. Во-вторых, обязательно делать подкормки, так как из-за активного роста культура очень быстро расходует все полезные вещества, заключенные в грунте. От чего зависит рост огурцов в теплице? Хорошо известно, что огурцы пришли на наши грядки из тропических лесов. И хотя сегодня открыто множество даже холодостойких сортов, для большинства видов огурцов все равно нужно делать условия такими же, какие характерны для родины их предков. В первую очередь, чтобы огурцы быстрее росли в теплице, потребуется высокая влажность. Достигается это частыми поливами, капельным орошением, а также опрыскиваниями по листу. Во-вторых, воздух в теплице должен прогреваться очень хорошо. Но и не стоит забывать о том, что огурцы – вьющиеся растения. Чтобы они быстрее росли в теплице и активнее плодоносили, необходимо создать целую конструкцию из сеток, направляющих и столбиков, по которым и будут плестись побеги. Дополнительно не будет лишним делать притенение культуре от прямых солнечных лучей. Здесь могут пригодиться как дополнительные заграждения, либо высаженные в междурядьях другие культуры, подсолнухи, кукурузы и так далее. Совет: если выращиваются несамоопыляемые виды огурцов, то потребуется труд насекомых-опылителей. В таком случае теплицу надо проветривать и оставлять на время открытой. Привлечь же больше насекомых помогут 2-3 ложки меда или 100 грамм сахара, разведенные на 10 литров воды и нанесенные на огурцы в теплице. Считается, что это действие повысит урожайность на треть. Правильно выращиваемые в теплице огурцы могут успешно давать урожай уже по прошествии 2 месяцев с момента посадки. Однако в ряде случаев культура чувствует себя далеко не идеально, потому чаще болеет, хуже растет, да и урожай дает заметно скуднее. Даже несмотря на то, что вроде бы выращивается в тепличных условиях. Недостаточно света, культура любит солнечный свет, поэтому грядки должны быть расположены на хорошо освещенном месте. Теплицы нужно делать из прозрачных или просто хорошо пропускающих свет материалов. При этом важно не забывать притенять плантацию, чтобы яркое солнце не выжгло молодые ростки, только когда огурцы вырастут, можно их не притенять. Чем дольше световой день, тем быстрее растут огурцы в теплице. Холод специально для огурцов принято делать высокие теплые грядки. Именно поэтому важно проводить периодические окучивания, тем самым оберегая растения от перепадов температуры корневой шейки, поддерживая форму гряды. Эта культура является теплолюбивой, поэтому хуже всего переносит пониженные температуры и мало света. Оптимально огурцы растут при температурах не ниже 18 градусов в ночное время и выше 20 градусов днем. Ранняя посадка свою роль на урожайность огурцов окажет и слишком ранняя посадка семян или рассады. Даже в теплице высадку нужно делать строго вовремя, когда почва достаточно прогрелась, а светового дня огурцам хватит для быстрого развития и роста. Огурцы в теплицах в России, на Украине и в Беларуси можно сажать уже в середине-конце апреля. Но на первое время обязательно позаботиться о защите от заморозков и холодных ветров. Это интересно. Самый активный рост у огурцов происходит в ночное время, именно поэтому их важно защищать от возможных заморозков. Недостаточно плодородный грунт, имея не сильно развитую корневую систему. Огурцы черпают большую часть питательных веществ из поверхностных слоев грунта. Потому эту культуру необходимо своевременно подкармливать и в идеале чередовать разные виды подкормок. Говоря о тепличных огурцах, по причине высокой урожайности культура особенно активно черпает питательные вещества из почвы, тем самым сильно обедняя ее состав. Неправильные поливы в случае с огурцами замедленный рост может быть следствием недостатка или переизбытка влаги. Неправильно организованные поливы могут привести к тому, что урожай, если и получится, то будет с очень низким качеством. Огурцы нужно поливать часто и обильно. Идеальным вариантом в теплице может послужить капельный полив. Но нужно тоже знать меру. Вода должна уходить в землю, а не застаиваться на поверхности. Какие условия нужны огурцам в теплице, чтобы они быстрее росли? Соответственно, зная основные моменты, за которыми нужно следить в теплице, чтобы огурцы быстрее росли, можно делать различные дополнительные шаги по созданию самых благоприятных условий для этой теплолюбивой культуры. Поддержание оптимального тепла считается, что огурцами будет комфортно при температуре 18 градусов ночью и не меньше 20-22 градуса днем. Чем выше температура, тем активнее идет рост культуры и лучше плодоношение. Огурцы очень боятся заморозков. При падении температуры до 13 градусов и ниже, в культуре останавливаются жизненные процессы.
А если холод продержится более 5 дней, то огурцы с большой долей вероятности погибнут. Если есть подозрение на резкие скачки температуры, в теплице следует делать подогрев. За неимением такого на момент заморозков накрывать помещение парника утеплителем. Увеличение концентрации углекислого газа замечено, что при повышенном содержании углекислого газа огурцы до 45% урожайнее обычных условий. В нормальном воздухе концентрация СО2 обычно составляет 0,2%. В теплице этот показатель можно искусственно повысить. Самый известный способ – поставить бочку с раствором коровьего навоза, откуда и будет выделяться нужный газ. Проветривание огурцы замедляют рост не только в холод, но и при экстремально высоких температурах. Чтобы это не произошло в теплице, ее нужно проветривать в жару, а также вечером или утром. Чтобы огурцы быстро росли, воздух в теплице не должен быть слишком влажным. Иначе почва не будет успевать просохнуть перед следующим поливом. Правильно поливать, орошать теплицу с огурцами следует только теплой водой. При этом до цветения норма полива составляет 5-10 литров на квадратный метр, а после бутонизации – около 3-4 литров. Подкармливать культуру, наконец, огурцам в теплице для быстрого роста просто необходимо больше питательных веществ в грунте. Решается данный вопрос регулярными подкормками. В норме их должно быть 3-2 недели после высадки, при цветении и в самом начале плодоношения. Как ускорить рост огурцов в теплице с помощью народных средств? Самым простым способом подкормить огурцы, чтобы быстрее росли в теплице, всегда были и есть народные способы. Они доступны всем, быстро готовятся и, что очень важно, зачастую эффективны не меньше минеральных или органических подкормок. Дрожжи существенно обогащают аминокислотами грунт, а для огурцов благоприятно сказываются на вкусе будущего урожая обычные дрожжи. Раствор готовится максимально просто: сначала 100 грамм сухих дрожжей замешиваются в 10-литровом ведре воды, настаиваются сутки, после чего полученная смесь дополнительно разводится с водой в пропорции 1:5. Средством поливают каждый куст под корень примерно в расчете 1 литр на куст. Хлеб, чтобы огурцы быстрее росли в теплице, нужно делать удобрения из черного хлеба. Средство отлично восстанавливает обедненные по составу грунты. Стандартное ведро воды на 10 литров примерно на 2/3 объема засыпается корками хлеба, а потом заливается водой. Чтобы хлеб держался на дне, сверху можно положить груз. Смесь настаивается не меньше недели, потом в нее доливают воду до краев ведра и поливают огурцы. Лучшее время для такой подкормки – бутонизация и цветение. Древесная зола – самый известный способ обогатить почву кальцием и калием, добавить в удобрение золы. На 10 литров воды в норме засыпают 100 грамм золы, тщательно перемешивают и поливают под корень по 250 мг на каждый куст. Луковая шелуха – настой на шелухе лука, лучше желтого, очень эффективно помогает от пожелтения листьев огурцов. Он же делает быстрее рост и развитие культуры в условиях теплицы. Понадобится 1 стакан шелухи, его всыпают в 10-литровое ведро чистой воды и доводят до кипения. Потом оставляют настаиваться в теплом месте несколько часов, а затем поливают огурцы в теплице под корень через лейку. Крапива, чтобы огурцы быстрее росли в теплице, можно воспользоваться в том числе настойкой на крапиве. Для приготовления нужно делать следующее: большая емкость, почти всегда это бочка, заполняется наполовину свежей ботвой крапивы и заливается до краев теплой водой, после чего оставляется настаиваться не меньше недели. Непосредственно перед поливом разбавляют настой с водой в пропорции 1:7 и поливают под корень. Важно! Это средство рекомендуется использовать только для ослабленных и чахлых побегов. Эффективные препараты для роста огурцов в теплице, так как главная цель садоводов все же быстро восполнять запас питательных веществ в грунте теплицы, чтобы огурцы быстрее росли, нужно периодически делать эффективные подкормки покупными препаратами. Такие средства, во-первых, содержат органичный комплекс действующих веществ, а во-вторых, начинают работать сразу же после внесения. Родничок – гранулированное средство, которое разводится в пропорции 50 грамм на 50 литров воды. В нем нет хлора, а главный эффект – увеличение завязей на огурцах. Может с тем же успехом применяться для кабачков и тыкв. Овощное покупное средство с порошковой структурой разводится в пропорции 20 грамм вещества на каждые 10 литров воды. Восполняет питательные вещества в грунте, содержит гуминовые кислоты. Одинаково применимо наравне с огурцами в теплице для кабачков и тыкв. Агрикола – средство разводят в пропорции 25 грамм на 10 литров воды и применяют для того, чтобы огурцы быстрее росли в теплице благодаря увеличенному содержанию в грунте полезных микро- и макроэлементов.
Также из простейших способов часто применяют мочевину, калийную или аммиачную селитру, суперфосфат. Какие удобрения можно использовать для огурцов в теплице, чтобы ускорить рост, чтобы огурцы быстрее росли в теплице? Нужно делать чередование вносимых удобрений. Если в момент активного роста, формирования зеленой массы и бутонизации и без азотсодержащих средств не обойтись, то на всем протяжении плодоношения этого делать уже не стоит. В противном случае урожай будет портиться, ведь в нем накапливаются нитраты из грунта. При плодоношении подкармливать огурцы тоже важно, но тогда уже нужно отдавать предпочтение полностью натуральным. Природным подкормкам, наверное, самым популярным вариантом выглядит коровяк. Свежий используют для формирования грядок еще в начале высадки, а еще раньше можно оставить бочку с раствором навоза прямо в теплице, чтобы огурцы быстрее росли. Птичий помет обогатит почву калием и фосфором, в должной мере разрыхлит грунт. В свежем виде помет не применяют, а только в разведенной форме с водой в соотношении 1 к 15. Компост, как и коровий навоз, можно использовать для формирования теплых грядок перед посадкой, но также разводить его с водой в пропорции 1 к 5 и вносить до 5 литров на метр квадратный участка с огурцами. Если огурцам в теплице явно не хватает азота, много пустоцветов, слабый рост, то лучше отдавать предпочтение корневым подкормкам, они более концентрированные и быстрее начинают действовать. Хитрости садоводов и огородников для ускорения роста огурцов в тепличных условиях, чтобы огурцы быстрее росли в теплице, нужно делать разные виды подкормок. Но большинство садоводов все же советуют использовать органику, народные средства или безвредные препараты. Химически активные удобрения, скорее всего, будут накапливаться в плодах и портить их качество. Когда выдается теплое лето с большим количеством солнечных дней, следует уделять большее внимание корневым подкормкам огурцов. Если лето прохладное и дождливое, наоборот, отдавать предпочтение смесям для опрыскивания и поверхностной обработки по листу. Оптимальная схема подкормки огурцов в теплице, чтобы быстрее росли, это 3 раза в сезон. Первая – через 10-14 дней после высаживания семян или рассады. Вторая – на момент цветения. Третья – в период начала созревания плодов для того, чтобы продлить общее плодоношение культуры. Наибольший эффект корневая подкормка принесет, если ее вносить сразу после стандартного полива водой. А опрыскивание – в пасмурную погоду, утром, либо после захода солнца. Частые ошибки – популярнейшая подкормка мочевиной может применяться и для огурцов в теплице, чтобы быстрее росли. Но ее нужно делать только в том случае, если до этого не применялась ни в каком виде древесная зола. Огурцы ни в коем случае не следует перекармливать. В таком случае они дадут урожай, но его качество оставит много вопросов. Выращивая огурцы в теплице, следить за ними нужно внимательнее, чем обычно. А именно каждый день поливать, проветривать, соблюдать схемы подкормок и вовремя собирать спелые плоды.